Необычный подарок подготовили воспитанники театральной студии режиссера Алены Колесниковой для родителей пап. Школьники 8 школы разыграли спектакль под названием «Большая меховая папа» автора Ксении Драгунской. Премьера постановки состоялась в школе накануне праздника Дня защитника Отечества. Что на самом деле представляет собой настоящее детское счастье. Юные актеры и режиссер молодой школьной труппы Алена Колесникова на сцене. Постановка с необычным названием «Большая меховая папа». Для нее ответственная работа, которая должна была не просто поразить родителей школьников, но и затронуть их души, обратить внимание на своих детей. Этот спектакль был создан 6-м А-классом. Средняя школа номер 8. Мы стали победителями, получили первое место на театральном фестивале школ города и района. Мы счастливы, конечно, были, дети, родители, которые согласились участвовать в нашем спектакле. Я думаю, что они согласились это делать с радостью, потому что тема, которая поднимается, очень важна, наверное, актуальна и интересна как родителям, так и детям. Фантастическая притча по одноименному произведению Ксении Драгунской. Это история четырех детей. Главные герои от 8 до 12 лет узнают, что у них нет пап. Для ребят это событие. Теперь их смысл жизни – найти отцов. Ведь когда они их найдут, они станут самыми счастливыми. Этот спектакль о том, как дети искали себе пап. Они были готовы на всякие трудности ради этого. Они были сплоченной командой, помогали друг другу. И у них очень была развитая фантазия, поэтому они смастерили очень много разных изобретений. Иногда, конечно, были сложности, но сам спектакль не очень сложный. Было не очень сложно вжиться в роль, показать все-таки школьную жизнь. И я думаю, что мы справимся. Все-таки, мы и так все дружим, и было показать дружбу легко. Чтобы отыскать своих пап, они готовы на все. Отправиться в опасное путешествие, жертвовать любимыми игрушками, плыть по холодной реке и даже изобрести паполовку. Паполовка нам не совсем помогла, но она сплотила всех нас вместе. Когда мы ее делали, у нас появлялись общие идеи, помогали друг другу. Спектакль основан на детской фантазии, поэтому на сцене все как подобает, красочно и неординарно. Мы всегда готовы помочь друг другу, всегда вместе выполняем трудности. Если даже не хватает реквизита, мы всегда помогаем, тратим иногда свои деньги на подготовку. Поэтому мы очень сплоченные и всегда готовы помогать друг другу. Театр – это дело коллективное. И мне очень нравится, когда я со своими друзьями выступаю на сцене. То есть я себя чувствую хорошо и уютно. Как отмечают сами актеры, «Большая меховая папа» – это переживательная философская история, так как самое главное для детей – это не покупка новых игрушек, а родители, за внимание и заботу которых часто приходится бороться.